Между тем, по результатам утренней сессии на казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс национальной валюты по отношению к доллару составил 361 тенге 42 тиена. На первых послевыходных торгах казахстанская валюта укрепилась почти на 3 тенге. 11 трейдеров участвовали в работе рынка этим утром. Объем торгов приблизился к 34,5 миллионам долларов. Напомню, что с сегодняшнего дня вступили в силу и новые правила Национального банка. Регулятор разрешил обменным пунктам увеличивать разницу между курсами покупки и продажи долларов с предыдущих 2 до 6 тенге. Для евро этот показатель составил 7 тенге.